ждал, когда наконец мы обратимся к тому, что мы сделали вчера. Да? Потому что, получается, мы потратили день в то, чтобы это все сформулировать, а сегодня фактически мы как-то об этом забыли. Ну давайте вот такая короткая перекличка. Вот первый проект «Природа. Город-музей». Каким концептом, каким ресурсом историческим мы здесь апеллируем? Экологическими ресурсами. У нас есть степь, у нас есть место силы курганы Скифы, образ Эхидны, у нас есть поле возможностей, предприимчивость, рост изобилия, перевести дух себе. Ну вот степь, сады цветущие, это сюда можно. Для любого проекта нужен какой-то образ. Любого проекта, вы представьте себе, что проект – это какая-то банка сварения. Мне нужно все равно придумать форму этой банки и этикету. И даже перевёсток, потому что у нас перевёсток птичек миграции. Хорошо, то есть тут мы с этим работаем. Дальше тогда скифская шкатулка. Образ ключевой. Концепт и образ. Я еще тогда озвучил. Степь, место силы, поле возможностей. Место силы. Место силы. Степь тоже самое. Та же степь, место силы. Хорошо. А, музейная крамничка. Сколько мне заработал? Хотя денег не надо. Для чего это Потому что мы даже те же ракушки, зал оккупации, мы на оккупацию не смотрим, мы смотрим на ту Венеру, которая в ракушке. Ну, конечно, эротический сюжет. Тогда можете все-таки убрать оккупацию, эротический сюжет поближе. Хорошо. В эротическую оккупацию. Мелитопольщина в искусстве. Да ладно. Это чего? Особняк Черникова? Музей Перекрёсток сразу это к теме верстовой камень Перекрёсток, я так понимаю, правильно? Конечно. Хорошо, история на каждом шагу, это тоже, как понимаю, перекрёсток. Да. Где твой лёг? Все у нас. Хорошо. Кое-что есть, хотя еще больше надо. А мы её там фигурируем, ну, поговорим. Маша, давайте я запишу. Как назвать вещи? Как зафиксируем, какое название пишем? Да? Большими литерами на этикетке. Гора Магомета, история и культура. Гора Магомета. И тогда какой образ, концепт или образ? Да. К чему мы апеллируем? О чем это? Ну, здесь и предприимчивость, да, как таковая. Магометанская, да? Офис отбили, наверное. Я же говорю, 30.
Ты перевести. Рог изобилия, в принципе, на самом деле, они очень связаны, просто рог, когда мы говорим о рог изобилия, мы говорим о каком-то какой-то земле с молочными реками, кисельными берегами, то есть где как бы все уже дано природой, только как бы правильно пользуйся, а предприимчивость – это все-таки умение этого правильно использовать, потому что очень часто предприимчивость возникает фактически там, где ничего нет. Да, почему? Северными и южными народами, что вроде как бы у северных этого всего меньше, зато у них есть предприимчивость. Да, там молочные реки, кисельные берега, а тут хитрость, изобретательность и так далее. То есть можно какие-то концепты связывать. Потому что иногда молочные реки иссякают, если нет предприимчивости. Или перевести дух. Да. Ну, а перевести дух, потому что предприимчивость – это же постоянный ритм, это конкуренция, да, и с другой стороны нужен какой-то адрес. Это все хорошо, хотя, конечно, тут если идти в детали, если уже говорить об этом как о проектах, которые можно или нужно развивать, а я думаю, что вы все-таки все говорили о тех проектах, которые хотите развивать, то, конечно, мы еще должны четче сказать каждый о себе аудитории. Да? То есть всегда есть, представьте, что в зале кому-то говорите, и всегда выбираете лицо конкретное, да, вы не говорите ко всему залу, вы говорите вот сначала там к одному. Может, апеллируете, переводите взгляд, то есть даже когда перед вами большая аудитория, вы выбираете визави. То же самое и в любом проекте. Есть визави, она называется целевая аудитория. То есть вы представляете настолько детально, что вы начинаете уже этот разговор. Кого нужно в первую очередь убедить, а он убедит там еще десяток, а те десяток еще сотни убедит, и так проект получает убедительность. Иначе он просто исчерпывается, не начавшись. Поэтому нам вот этот момент каждому надо представить, вот это лицо, кому говорить, а тогда, когда есть кому, каким языком. Тогда знаете примерно опыт человека, его круг интересов. Я предлагаю в следующей части нашей встречи перейти вот то теми как бы, командами, группами или инициаторами, как вы презентовались, выбрать некий локус в экспозиции и попробовать создать это высказывание. Для этого можно использовать, например, вот у нас есть цветная бумага, ножницы, можно создать какую-то небольшую этикетку, небольшой какой-то знак, как способ высказывания. То есть представьте, что уже есть вот тот экспозиционный узел, который у вас есть. Как вы будете говорить, каким языком, к кому конкретно вы обращаетесь, то есть как вы привлекаете, потому что мы все равно говорим о том, что эта аудитория, она должна быть вовлечена в процесс. Да? То есть вот то, к кому мы обращаемся, мы хотим, чтобы он какой-то сделал жест нам навстречу. По крайней мере, он пришел в музей, и не просто пришел, а ему хотелось пойти еще. Да? И для этого нужно нечто, если вы хотите, чтобы к вам кто-то пришел в гости, вы должны сказать какую-то ключевую фразу. Приходи завтра там, на 5 часов, да, или там приходи попьем чайку, да, или какую-то вот, надо придумать какую фразу и как через что, потому что все равно мы будем апеллировать теми вещами, тем содержанием, которое у нас есть. Мы его просто можем по-другому как-то представить. Ну давайте попробуем вот это теперь называется на местности, да, то есть не на пальцах, с выходом на местность попробовать это совершить. И еще раз проверить свою идею на способность ее коммуницирования.